надеемся на все хорошее. Как бы за новостями стараюсь следить. Ну, то, что он вводит, новшество еще не сильно ознакомилась. Ну, как бы какие-то некоторые моменты уже читала. Надеюсь, что будет все хорошо. Будем только развиваться в образовании. Надеемся, что на нас обратят внимание. Мы следим, но не настолько пристально, насколько бы, наверное, надо. Но вообще отношения позитивные, потому что вроде как человек умный, говорят, пришел. Свой человек. Ну, в смысле, он тут каким-то образом причастен. Если он тут жил, то что-то такое. Экономического роста, естественно, метро, экономического роста Красноярского края, естественно. Но он у нас и так сейчас уже так на подъеме. Но метро же для нас сейчас самое актуальное, одно из самых актуальных, одна из самых актуальных тем. Ну а что еще? Ну, социальные там они всегда у нас были, как говорится, всегда было что-то надо, чтобы поднимать, там, увеличивать. Ну, я верю в то, что все это будет со временем, потому что страна на подъеме. Как там никто не говорил, страна на нашем подъеме, будет еще дальше развиваться. Я в это верю, очень даже. Что от него можно ожидать? Поначалу хотя бы, наверное, сделает что-то хорошее. Руки. Порядки навести будет, тебе все равно нужно. Я вот сейчас проезжала березовские поля, где раньше засевались. Даже сейчас вот не русские садят, слава богу, носить с морковкой, то и все. И вот там все перекопано, и копают эти карьеры. Вот нарушается же водно-солевой баланс, и никто на это внимание, мне кажется, вообще не обращает. Полностью все поля, это вот та сторона, это вообще кошмар, что творится. Я так думаю, что люди у Терентьева задыхаются уже там от холода. Вот эта проблема хотя бы даже можно было бы решить как-то. Метро хочется, конечно, в конце концов, чтобы в Красноярске достроили. Много чего хочется. Понятно. Чтобы на народ больше внимания обращали. Честно говоря, ничего не знаю. Не интересуюсь политикой. Надеюсь, что город похорошается, если он перейдет к власти. В общественных, я думаю, нужно больше таких спортивных, больше учреждений. Ну и да, надеюсь, что многого не знаю, но факт тот, что видно, что серьезный мужчина. Вот. Ну, так что общаться не общались. Ну, факт тот, что отзывы о нем более-менее. Вот даже с кем разговариваешь, с местными и так далее, отзывы хорошие. От него изменения. В каких сферах? В лучшую сторону. В нашей медицине это раз, в нашем ЖКХ это два, а в-третьих, как вам сказать, и дороги у нас не очень, но кроме этого у нас еще не хватает детских садов. Это я вам точно говорю. Вот. Из-за этого нам плохо. Вот. Потому что я бабушка, уже прабабушка, и мне приходится с правнуками сидеть. А я бы хотела отдыхать хоть чуть-чуть. Знаете, если он будет хорошо работать, значит и люди к нему потянутся, и тоже будет хорошо у нас.